Так, всем привет. Привет, привет. Я хочу подождать. Вдруг кто выйдет? Вдруг кто выйдет? Выйдите, пожалуйста, кто-нибудь. Я хочу увидеть, слышно меня или нет. Потому что рассказывать мы приглашаем больше. Кто-нибудь есть на связи? Вот, есть зритель один. Пожалуйста, поставьте плюсик. Слышно меня или нет? Пожалуйста. Даже если вы меня дальше не будете слушать. Ладно, тишина, может, он уже отсоединился. Проверю потом на записи. Если что, ударим. Смотрите, я долго-долго не выходила в эфир. Я была в таком раздраве очень сильно. Не понимала, куда мне двигаться, что делать дальше. И вообще, что, пожалуйста, кто может, поставьте мне, пожалуйста, плюс, меня слышно. Кто... Не могла понять вообще, что мне делать дальше, для чего я вообще сюда пришла, что вообще происходит. И наконец-то я поняла, теперь я вас задолбаю прямыми эфирами и буду вам рассказывать, буду выгружать на YouTube-канал, буду делиться той информацией, которую я поняла, осознала, которая мне пришла и которая вам поможет дальше жить лучше. Начну с того, что... Я изучаю нумерологию, значит, сейчас в школе нумерологии, да, и что, собственно говоря, дает мне нумерология. В первую очередь я просчитала себя, поняла свое предназначение, и у меня зашевелились волосы на голове, потому что это цифры, я вам сейчас расскажу. Но прежде чем рассказывать что-то о себе, спасибо огромное. Я хочу вам рассказать, что такое нумерология и как я, собственно говоря, сюда к ней пришла. И как я ее игнорировала 40 лет, и даже месяц назад, когда мне сказали, брось нашу свою дату, мы тебе просчитаем. Думаю, фу, ну 100 раз уже просчитывали. Последний раз это было 5 лет назад, я пришла к астрологу-нумерологу, да, и единственное, что я запомнила, это то, что мне обязательно надо заниматься йогой, потому что у меня нет своего солнечной энергии очень мало. И второе, это то, что я учитель, какой-то великий учитель по жизни. Какой я учитель? Я обычный турагент. Ну, в общем, и сейчас я понимаю, какой я учитель, для чего, собственно говоря, сюда пришла и что, собственно говоря, происходит. Поэтому я решила так, я буду поэтапно рассказывать, что такое нумерология, как она полезна людям, для чего она вообще нам нужна, да, что, если у вас проблемы, как с помощью нумерологии решать. Ребята, это такая сильная вещь, которая просто, вот если у вас сейчас проблемы какие-то там, вы чем-то болеете, у вас мало денег, вы живете не так, как хотите и так далее и тому подобное. Вот любую вашу проблему означает то, что вы едете не в том направлении, вы сидите не в том поезде. Это значит, что есть такой поезд, ваша жизнь, да, ваша пришла на землю, у нее есть предназначение. Это вот, ну, грубо говоря, жизнь – это поезд, да. И поезд должен выйти, допустим, с города Ростова в город Санкт-Петербург. И если вы сели в свой поезд, едете, и что-то происходит, у вас движение, 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 и все нормально, это говорит о том, что... Что значит все нормально? Вы не уходите в минус, вы не болеете, вы любите свою жизнь, вы любите работу, вы любите свое окружение. Вот это нормально. Значит, вы сели в тот поезд. Есть люди, я смотрю, вот просчитываю, некоторые прям в своем поезде едут, и замечательно, все хорошо. Им просто требуется небольшое, ну, небольшая корректировка программы, и они вот так вот вообще будут жить. Так вот, если вы едете, как определить вообще, вы едете в своем поезде или не в своем поезде? Вот для этого, собственно говоря, нужна нумерология. Простите, нумерология. Я просто немножко нервничаю, потому что смотрю, приходят, уходят. Меня это почему-то нервирует. Я выложу этот эфир, и я надеюсь, что все, кто будет смотреть меня в дальнейшем, те поменяют свою жизнь к лучшему. Больше того, я им скажу, что через 6,5 лет наша цивилизация закончит свое существование, и останутся только те, кто проснутся. Остальных ликвидируют Земли.
Вот, что такое проснуться, это я тоже буду постепенно рассказывать, потому что сейчас у меня открылся такой канал, у меня идет такое, знаете, вот прям поток информации, у меня такой идет вообще, и я не могу сейчас ее вылить на вас, я буду это делать постепенно. Итак, как нумерология, в общем-то, решит ваши проблемы, да? И что это такое? Давайте начнем с того, что это такое. Что такое нумерология? Итак, душа идет на Землю. Земля это такой магнит, да, на который ходят такие биотела и в них поселяют души. Душа идет на Землю. Как она будет управляться? Как вообще этот робот управляется? Каждый робот он управляется как-то, да? Как он управляется? Я хочу вам показать это на примере. Ну, вот такой вот душа пришла на землю. Вот у нее ручки-ножки. Как она управляется? Да? Как вообще вот она идет по своему жизненному пути? Если вы думаете, что вы делаете это сами по себе, то вы очень сильно заблуждаетесь. У каждого действия есть нити. Нити, которые нас тянут туда, обратно и так далее. Это видно, да? К чему вот эти нити прикреплены? Вам ничего это не напоминает? Мне напоминает это кукольный театр, да? То есть вот у нас есть нити. И вот как мы их поворачиваем руку, так и пошла у нас куколка. Так вот, нити здесь материальные, да, у нас здесь. А у нас с вами нити, потому что мы энергетическая какая-то субстанция, у нас нити нематериальные, у нас нити магнитные. Магнитные. То есть мы многие слышали, что такое магнитное поле Луны. Мы знаем, что от Луны зависит там циклы, не циклы. Но для того, чтобы управлять таким сложным механизмом, как человек, необходимо не один магнит. Необходимо вот на каждую клеточку практически свой магнит. И этим магнитом является, как вы считаете, что? Правильно, кто меня сейчас слушает и смотрит, являются звезды, небесные тела, звезды и планеты. И вот их много, этих магнитиков. То есть представьте, на каждую клеточку каждого человека есть определенный магнит. То есть этот магнит сильнее действует, слабее действует, и таким образом кукла зашевелилась. Вот. Теперь как, ну вот представьте, для того, чтобы ваше тело как-то двигалось, передвигалось, что-то делало, этих магнитов миллион. И для того, чтобы понять, как этот миллион на нас действует, есть такая наука, которая называется нумерология, которая, это вот уже нам дали эту науку, которая дает нам понимание, как вот эти планеты стоят над нами и как они на нас будут действовать. Это такой своеобразный код. Код. Я сейчас пишу свое число рождения. 13, 10, 1973. Да? Это код. Код, с помощью которого нам дали, можно сказать, такую информацию о том, какими планетами, какими звездами мы управляемся и как они на нас взаимодействуют. Все, кто занимается астрологией, астрология, правильно сказала, да? Я просто еще туда не дошла пока, у меня пока только с помощью цифр, нумерологии. Теперь мне могут сказать спасибо, и мое видео запускать в качестве рекламы везде. Вот смотрите, что такое наш код. Код это чип. Чип, вот нам дали, душу заселили в тело. И далее сказали, вот он твой чип, вот твое предназначение, вот то, что ты должна делать на Земле, вот как это должно происходить. То есть наука, нумерология, ну я говорю про ту нумерологию, которую изучаю сейчас я, ей очень много лет, больше 13 тысяч лет этой науке. То есть это знание, которое кому-то далось на Землю, для того, чтобы этот человек это знание передавал тем людям, которые, ну, хотят что-то сделать на Земле. И вот, что хочу сказать.
Посмотрев на вашу дату рождения, вот я сейчас как нумеролог, да, вот я смотрю на человека и говорю, ну скажи мне свою дату рождения. И он мне ее говорит. И я говорю, так, вот так, вот так, вот так, вот так. Он говорит, да, откуда ты знаешь? Я говорю, а вот так, вот так, вот так, а вот это я не делаю. Ну, поэтому вот это, вот это, вот это. Вот как должен работать нумеролог. Простите, я забыла за свой второй телефон. Прежде чем я вышла сейчас в эфир прямой, вы не представляете, что здесь происходило со мной вообще сегодня. У меня сгорел фен, у меня взорвалась лампочка. Вот сейчас непонятные звонки откуда-то идут с каких-то непонятных номеров. То есть все идет для того, чтобы я не сделала этого, не запустила это видео, и для того, чтобы людям не пришло это знание. Так вот, если вы хотите пробудить свою душу, с чего нужно начать, собственно говоря? С чего вообще понять ключ к своим проблемам в жизни? Вот ко всем. К денежным, к болезням, к одиночеству и так далее и тому подобное. Как его понять? В первую очередь обратиться к цифрам, к дате своего рождения. Давайте посмотрим на мою дату рождения. Если мы складываем все цифры, 1 плюс 3 плюс 1 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 3. У нас получается в сумме 7. 7 это число моего жизненного пути. О чем оно говорит? О чем говорит наша нумерология, увидев это число? Она говорит о том, что я путешественник, и мое знание и сила в путешествиях. То есть я во всех странах, во всех мирах в том числе. Должна находить знания и приносить людям, и с людьми обязательно этим делиться. Обязательно этим делиться. Вот, в общем-то, собственно говоря, мое предназначение. Код таланта. Смотрите, вот здесь вот раз, два, и вот здесь мы суммируем, это называется 20 у нас. Значит, код таланта у меня, я вам сразу просто навскидку говорю, да, десятка это медиум, все, у кого десятки есть, вот так вот в дате рождения, вот так именно, что это медиумы. 13 говорит о том, что у меня есть сила разрушать, создавать, реанимировать. И двадцатка говорит о том, что есть сила целительства. А я все время удивлялась, как это так? Я смотрю на человека и сразу говорю, чем он болен. И как от этого избавиться? Вот такие вот у нас дела. Поэтому, когда вы открываете число своего жизненного пути, вы уже начинаете понимать, к чему, что, в общем-то, собственно говоря, происходит. На сегодня я закончу свой прямой эфир и выложу в пост. Кому надо, все посмотрят.